Спасибо большое, ну, очень сильно обязывает. Спасибо, я, конечно, не человек-энциклопедия, просто знаю очень многих людей, которые что-то знают, а они охотно этим делятся. И патологически оптимистичен, и как бы до неприличия. То есть я всегда хочу говорить о чем-то таком приятном и полезном, потому что неприятного и так достаточно. Но, Светлана, вас мне не перегнать, вы большая молодец. В этом плане, потому что мифы, да, действительно, их надо развенчивать, так, или создавать новые, которые работают на пользу. Что-то у меня не получается, а вот все получилось. Нет, это мое, что ли? Ага, перелистал. Сейчас, извините, секундочку. Ну, поскольку тема у нас была вот такая, какая обозначена, я решил, что говорить буду не только о своей любимой теме, связанной с подготовкой кадров, образованием. На самом деле, это единственное, чем я занимался, просто в разных как бы качествах. Но об этом я тоже скажу. Но вот даже в таких условиях, которые у нас есть, вы их назвали, они, мягко говоря, непростые, значит, появляются люди, которые пытаются организовать что-то новое в существующем процессе. Может быть, для присутствующих здесь это не новость, но для меня была новость. И когда я познакомился с людьми, они просто подошли, обратились за помощью. Кстати, за какой помощью? Они сказали: помогите, пожалуйста, найти общий язык с банком. Потому что мы разговариваем с ними, они нас не понимают, мы их. Кстати, наша комиссия, которую по вашему предложению была создана, Владимир Андреевич, она называется финансовой, управленческой и коммуникационной грамотности. И одно без другого, оно бессмысленно, поскольку если у нас нет возможности коммуницировать и понимать друг друга, то в общем, ничего и не происходит. Это одна из проблем, которой мало где учат, ну, это сложно. И это не бизнес-план. Бизнес-план такой нельзя включить, ну, трудно. А реализовать его тоже нельзя, если нет этой коммуникации. И вот этот проект, он может быть, кажется фантастическим, но он идет в Костромской области. Суть там заключается в том, что предметом инвестиций является крупный рогатый скот. Существуют пулы по 100 миллионов рублей, по 100 коров, соответственно, 16 миллионов рублей. Но корова, она такая, она растет, она ест, растет, и, соответственно, получается прибавочная стоимость. И за счет продажи, реализации, приплода и так далее, получается возврат на инвестиции. Ну, то есть, это не кредит, это не что-то еще, не фондовый рынок, это какое-то новое свойство, ближе, наверное, к облигации, но вот таким образом. Коллеги, кого заинтересовало, естественно, эти презентации все будут в вашем распоряжении, но объектом-то является и предметом развития даже не сама корова, это само по себе. Ну, ясно, корова ест, там за ней ухаживать надо, а цифровые технологии, которые позволяют в режиме реального времени потенциальному инвестору понимать, что с его крупным рогатым скотом происходит. Он растет, не растет, и он спокоен, он видит, как она в режиме онлайн это все происходит. Ну и, соответственно, коллеги предлагают совместную работу по продукту, который называется, рабочее название, «Моя коровка». Очень милая такая история. Но для того, чтобы это развивалось, вы скажете, это не высокотехнологичный проект. Я не согласен. Он очень высокотехнологичный, если его развивать, учитывая наши территории и так далее. Ну, побегу быстрее. Наши коллеги, ассоциация не торопитесь. Розничных инвесторов, понимаю, да. Да, у вас есть время. С которыми мы сотрудничаем, а мы сотрудничаем со многими, вот и с вами тоже, Кирилл, и со многими другими ассоциациями. И считаем, что это как раз самое основное. Вот спасибо совету, потому что коммуникации, которые возникают, они сокращают время для понимания и для сотрудничества. Если я вижу кого-то, человека в совете, у меня уже нет барьера, я понимаю, что с ним мы договоримся. Дальше второй шаг надо делать, это уже по предмету. Ты, не ты, вместе, не вместе, а кто тогда, и получать совет. Это крайне важно,
Потому что доверие на личностном уровне, оно не менее важно, чем на уровне там, государственном, доверие бизнеса. И этот продукт, который оценить сложно, но без него вообще ничего не происходит. Это я в качестве подводки. Да? Ну, вот одна из ассоциаций розничных инвесторов, которая недавно создана, мы с ней дружим, они лучше нас разбираются, что такое розничный инвестор, что нужно для розничных инвестиций, и поэтому сформулировали предложения, которые я на этом слайде называю, они в основном, привожу, они в основном связаны с некоторыми небольшими льготами и их как бы распределением по времени жизни вот, инвестиций. И коллеги считают, что если бы кто-то на это пошел, то прирост инвестиционных средств был бы намного больше. Не буду пояснять, передам просто для дальнейшего использования, можно эту тему продолжать, в том числе и с Банком России и с другими коллегами. Но вот по кадрам. Кубышка есть, значит, удовлетворения нет. Люди, которые без работы и которые вроде бы должны быть мотивированы, их мало. Причем Владимир Андреевич считает, что их катастрофически мало. Но дело же не только в том, что их мало, а квалификация соответствующая. Мы в основном говорим сейчас об инженерах, да, стартапы прекрасно, акселераторы, да, сейчас в том числе Минвуз развивает на базе крупных вузов и так далее. Но чего нет? Опять же нет коммуникации с бизнес-партнерами, разный язык, сильно разный язык. А на тех скоростях, на которых мы движемся, ты не успеваешь воспринять этот другой язык, понять, осознать и понять, почему он так говорит, а с какой, собственно, стадии. В этом надо разобраться. А всем некогда. Мы все бежим, и время нас подгоняет. И с этим надо как-то быть. Скорость не уменьшится, а вот вопрос коммуникации, он только будет обостряться. Это, кстати, мне кажется, одна из проблем на фондовом рынке тоже, потому что брокеры думают одно и считают, что они большие молодцы, да они правда молодцы с их точки зрения. И банки так считают. Ну а что, посмотрите прибыли какие, они огромные молодцы. А что считает малый бизнес? Ну он тоже молодец, он же выжил, поэтому все молодцы и каждый как бы при своем. Мне кажется, ни в одной программе, вот, ни в национальном проекте, ни в федеральном проекте, ни еще где-то не заложены вот эти, как это даже называть, психологическими, да, ну просто коммуникационные вопросы, они являются препятствием. А теперь рабочие кадры. Мы про них не говорим. Но их нет. Более того, если инженеров мы как-то найдем, и там сколько, тысячу там, 100 тысяч найдем, они будут, им интересно, денег заплатим, а рабочих где мы найдем? Они не родились. И возникает вопрос, а что делать? Ну, разные оценки, некоторые говорят, 2 миллиона не хватает в основном рабочих кадров, кто-то говорит, уже 4 миллиона. Я думаю, что больше, потому что те, которые вроде бы есть, они еще и не сильно готовы работать. Ну, а что? Он же умный человек, ему зачем, если это не позволяет его решить? И здесь, конечно, на государство можно надеяться, но государству одному не решить эту проблему. Возникает вопрос, какой коммуникации, регулирование коммуникации с кем? С бизнесом. А бизнесу, ну, извините, некогда. Он вынужден, но ему некогда, потому что у него другие проблемы. И вот эту цепочку каким-то образом нужно развивать. Я убежден, что основной наш прибавочный продукт, точнее, возможность, оно лежит не в сфере даже движения денег, вот это следствие, а в сфере формирования вот этих коммуникаций, пространств, которые бы позволили сократить время на принятие верных решений. Как это реализовать? Ну, в практической ситуации понятно, а как в глобальной, в масштабе страны? Сложно. Но придется, потому что, а какой другой выход в эту сторону? Еще, ну, мы, кстати, в качестве такого аргумента создали консорциум, называется Евразийская профессиональная школа, для того, чтобы вместе с коллегами из стран ЕС пытаться развивать систему профобразования, подготовки рабочих кадров. И крайне нуждаемся в контактах с крупным и средним бизнесом, который в это заинтересован, потому что поодиночке решения нет этого вопроса, только совместно. Уважаемый Владимир Андреевич, уважаемые коллеги, мне кажется, прекрасная сессия, я думаю, что ее нужно продолжать в каком-то другом формате.
что касается нас, то мы готовы. А, и то, что вы говорили в отношении Высокого и Центринвест, Центринвест – учредитель нашей ассоциации, мы занимаемся финансовой грамотностью специально, и я точно знаю, что правда то, что говорят коллеги, им удалось социальный проект по развитию финансовой грамотности населения в итоге превратить в прибыльный, потому что они вложили людей, в людей, не взяв ни копейки, но потом, зная и доверяя этим людям, они могли дать им такие условия кредитования, которые позволили им даже в это трудное время выжить. Я думаю, что не знаю, кто еще так работает, я знаю только вот их. Удачи всем!